матата всем, кто смотрит данное видео вместе со мной. С вами Пумба, игрок канал Тимон и Пумба и Налы. Мы продолжаем. А, вспомнил, я думаю, какой охотник, какие Филиппа Эльфхард. Филиппа-то я помню. Филипп. Угу. Киркоров. Ты в чем там застрял? Куда? То есть, ну, я етил, вколотил. Я что, вижу, куда тебе бежать-то там? Беги уж. О, что ты долго бежать-то? Плотва. А, через дерево, нормально. Вы видали, что еще произошло? Я думаю, да. Прекрасно. Ой, 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 ой. Погнали. Да похрен. Погнали. Стоп, это Филиппа здесь? На! Командир, там куча чудовища ловушек. Мы четырех наших вытащили ранее. Безбожный! Есть один проверенный метод. Здорово. Он уже раздет, что ли? Какие-то проблемы? Одна, сука, сплошная проблема. Ну а тебе-то что? Ты еще кто? Я ведьмак. Геральт из Ривии, ведьмак. Меня прислал Родовит. А, так мы тебя ждали. А, конечно. Ну-ка, дай-ка. Говорят, вы не могли попасть внутрь. До вчерашнего дня. А потом нашли вот это. Вроде ничего особенного, но сила в нем огромная. Он открывает вход. Куда, блин? Дай ко мне. Прекрасно. Позволь, я это заберу. На, подавись. Давай. Ура, у меня ключ. Давай еще. Что там внутри? Да чего только нет. Это древнее эльфское святилище. И ведьма Эльхард над ним тоже поработала. Не видишь, эти угодили в магическую ловушку, а потом на них напали чудовища. Едва ноги унесли. Прекрасно. Там еще остались твои люди? Вошло туда больше дюжины, а вышли только эти. Остальные, надо думать, мертвы. Они там отдыхают с Филиппой. А, радуется. Думаешь, Филиппа все еще внутри? Мы не знаем. Но была там. Это наверняка. Откуда вот эта уверенность? Чего такая уверенность? Мы охотимся за ней с Локмуины. Мало было вырвать ей глаза. Родовит должен был ее на месте прикончить. Ладно. А так она превратилась в сову и сбежала. Через Каэдвен, Реданию. И в конце концов оказалась здесь. Ладно, спасибо. Мне херово. Ну посмотрим, где там Филиппа. Не думай, что мы туда полезем за твоим трупом. Ой, да и не надо. А может, иди ты нахер. Как думаешь, найдет он что-нибудь? А если я подожгу? Это трубака, да не в жизнь. Прикольно. Ведьмак. Сейчас, минуту. Оттарат отвернулся. Исчезни, ведьмак, пока я нет? Не потерял терпение. Он умрет раньше, чем ты молитву начитаешь. Зависит от того, какой длины молитва, алё. Что за пренебрежение к ведьмаку? Должен быть механизм, отпирающий дверь. А? Не хватает одной плиты. Прекрасно. То есть они и не нашли, да?
Ладно. Отличное убежище для совы. Здесь не развернешься. Так, телепорт куда-то. Тут что? А куда это меня телепортит? Не работает, то есть ты шел сюда и тут. Ненавижу махталы, бюро, все натура переворачивается. Это совиное бюро. Блин, угадали, они прям сказали, что она сова. Нахер, как и следовало ожидать. Они любят. Чего они любят? Падаль? Хочется его включить. Источник питания не работает. Блок питания. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Серьезно? Для этого нужны знаки, что ли? Нет? А, на него надо-то. Ой, простите. Источник питания... не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Нет. 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 Арт, что ли? Должно заработать. Получилось. Портал есть. Так там тоже, получается, надо было... Да ладно, ладно. Убери, пока не поранился. Постой! Ты ж тот ведьмак! Это ж тебя король обещал прислать! Да, я тут. Вроде того. Теперь-то ты понял, что тут опасно? Ждал бы лучше наверху с остальными. Ни за что! Эти трусы сбежали, едва завидев чудовищ. Но я покрепче буду. Ты дебил. И потом тут такое должно произойти. Я узнаю, что именно, и Родовит это оценит. Он возвысит меня, а может и медаль даст. Отлично, понятно, выслушаешься. Давай. Думаешь, Филиппа еще здесь? Пойди знай. Сколько-то пещер мы обыскали, но тут же сплошные закоулки. Спрятаться легче легкого, и не только сове. Так, дальше. Что здесь случиться должно? И что, по-твоему, должно здесь произойти? О, подробностей не знаю, но я нашел записки Филиппа и Эльхарм. Там про Эду Эмиан, Маргариту Луантиль, Франциску Финдобаир и Фрингелью Вига. Я так понял, они собрались тут встречаться. Ладно, давай. Ладно, давай выведем тебя отсюда. Я уже сказал, ни за что. А кроме того, я выломал элемент питания у телепорта. Придется ждать, пока за нами придут. Никто за нами не придет. Дай мне кристалл, и я выведу нас отсюда. Там же чудовище. Я тебя защищу. А если не сможешь? Так. Будь послушным охотником, отдай мне кристалл. Я послушный охотник. Бери. Спасибо. Послушный охотник. Любовные письма. Чёрт.
Дорогая Фили, я как раз пью твой любимый коктейль на террасе в имени отца... В имени отца под Меттиной и думаю, какого дьявола тебе вообще взбрело в голову? Я бы еще поняла, если бы я просто тебе наскучила. Я бы приняла с покорностью, если бы вдруг оказалось, что тебя не устроила модель наших отношений или что ты нашла себе кого-то моложе и красивее. Но во имя всех чертовых богов. Дикстра? Этот, прости меня, кабан вместо меня? Не знаю, шутка ли это, или ты пробовала новые микстуры, от которых у тебя что-то двинулось в голове. А может, это какая-то твоя очередная игра? Если тебе надо быть рядом с этим примитивом по политическим соображениям, я не вижу повода прерывать наше знакомство. В конце концов, это был бы уже не первый раз, когда нам пришлось бы скрывать нашу любовь. Прекрасно. Интересно. Филиппа порвала с какой-то женщиной ради Дикстры. И еще одно перо. Сомневаюсь, что Филиппа держала птицу, она превращалась сама. Ну, попробуем. Так, все. Где же вы? Здравствуйте. Аккуратнее, у меня розум светится. Видимо, это ее лаборатория. Да? Воу! Еще одно перо. Сомневаюсь, что Филиппа держала птицу, она превращалась сама. Че там внизу? О, туннель. Куда он ведет? Это мне так-то интересно. Элемент питания. А, все? Воу, ты где? То есть я заранее опять пошел туда, куда не надо было, но я угадал. Ладно. Ого. Фига себе. Тут, блин, вообще не разберешься, чего куда. Ага. Все, погнали. Ой-ой, не нравится мне то, что это нижний уровень. Зачем? Ну и хрен ты с ним. Ладно. Зачем-то я ведь это делаю? Так, сапоги. Деньжат хоть будет у меня побольше. Етить, там что-то наверху. А мы тут, наверное, начинали. Или нет? Чё ты? Ты чё такой дикий-то, алё? Так, я понял. Чё, дебил?
Подожди-ка. А это ты или Металлик? Прикольно. Тут чё? Опа-на. Тихо. В смысле? Как допасть-то? А, во. Покатились. Ой, не то. Ладно, хрен с ним. Акси-то, слушайте, удобная вещь. Что-то начинаю думать. Я. Но нельзя поддаваться. Я всегда дрался без щитов. Еще одно перо. Сомневаюсь, что Филипп удержала птицу, она превращалась сама. Поняли мы это уже. Кровать, стол, пара стульев. Скромный, но все-таки дом. Агаты. Филиппа всегда носила такие на шее. Ага. Только почему они в крови? Она с кем-то дралась? Огровавленные хирургические инструменты. Филиппа проводила тут какую-то операцию. А, она, наверное, с собой, с своими глазами. Радовид же ей что, подвыколол, да? Так, на таком большом столе есть только сраная трубка. Пошлите, посмотрим, что у нас тут. Записки. Сожжены почти дотла. Ничего не разобрать. Это что? Не свое семя, береста. Это сильные обеззараживающие. Ага. Мегаскоп плавился, весь в копоти. Может, какие-то кристаллы уцелели? Опа, да, да, да. Кристалл из мегаскопа. Сильно поцарапанный. А, и все, теперь дыродвит. А, я задолго предстоит возвращаться-то. Я охереваю. А, все? Сразу? Нет. Я сразу. Прямой, что ли, я бегал постоянно? Мне тут звуки вообще не нравятся. Все нормально, я бегу, да? Должен, по крайней мере, вроде как нормально бежать. Здрасте. Ты жив? Да. Нашел что-нибудь? Так. Так, ладно. Пыль, грязь и кристалл мегаскопа. Понятия не имею, что это. Но может, что важное? Давай сюда твой кристалл. Мы доставим его королю. Нет. Нет. Не забывай, с кем говоришь. Приказывать своим людям будешь. Ну, как хочешь. Схватить его! Ты меня на костер пойдешь! Берегись, Нелли! Понесла! Нормально. Уладим все по-быстрому. И быстро, и больно. Простите.
Сами напросились. Что вы думали? Меня они брать захотели. Какая-то какое-то такое ощущение, что лицо там. Ладно. Рада виду. Где он там? Че, он в Оксенфурте что ли сидит? Я и забыл. Нифига себе, Оксенфурский король родовит. И значок, так, ага, красный, это значит сложный бой, а череп это верная смерть. Я понял. Верная смерть. А вот я что-то не смазываю ничего маслом. Я, в принципе, и так справляюсь-то. Не очень, но справляюсь. Так. Побежали. Здорово. А, он же на корабле, точно. Здорово. Это корабль его королевского величества Радовида V, короля Редании. Что ты здесь ищешь? Зубы твои. Я хочу увидеться с королем по делу Филиппы Эйльхард. Раз так, иди за мной, только без резких движений. Я за тобой слежу. Оружие надевать надо? Надо же, не надо. Ведьмак, есть успехи. Ты нашел Эйльхард? Нет. Нет, в убежище ее не было. Но я нашел там этот кристалл. Будь мне нужен блестящий камешек, я бы обратился к ювелиру. Ты должен был доставить мне Эйльхард. Это кристалл мегаскопа. Чародеи, которых ты держишь в темнице, смогут из него что-нибудь извлечь. Ну хоть какая-то будет от них польза. Не того я ожидал, но... Ладно, ты заработал свои деньги. Да, все. А теперь извини, мне пора вернуться к делам. Хорошо. О, нифига, щедрый мужик. Задание выполнилось. Тебя ждет смерть от отравления. Так, ладно, давайте дальше. Какие у нас еще здания? О, нет, нет, нет. Камень сердца, кровь и вино. Камень сердца. Кстати, уже пока что желтенький. Типа, могу идти, но не стоит. Видимо, заказы есть что? Так. 14-й. Ну вот, к Лютику пойдем встречаться. Шалфей и Розмарини. Это далеко. Я помню, мы сейчас... Тихо! Тут доска объявлений. Опа, она что-то новенькое. Еще и задание есть. Здрасте. Студентам. Все, короче. С болью невыразимой сообщаю вам, что по воле короля привилегии университета аннулированы. Доступ на университетский остров воспрещен. Набор студентов на следующий академический год отменен. Книги из библиотеки и лабораторное оборудование проданы. Средства от продажи направлены на военные цели. Да здравствует наш милостивый король Радовид V. Ты что, дурак? Прославим же его по всей земле древней. Ты что, дурак? Продав студенческие доги. Недолго. В прошлом году я нашел дело своей жизни. Каждую осень студенты целыми... табунами заезжает в Оксенфурт, и каждый из них на церемонию поступления должен приобрести тогу и эту шапочку с висюльками. Но я взял заем у Ивани, купил 10
тюков черной ткани, надел 4 портных для шитья академических шляп, а потом пришла война. И так я и остался с долгами и полным складом этого шмотья. Если хотите купить все это обращайтесь к Фредерику Твересу. Теперь я обретаюсь по корчмам, где заливаю свое горе в кредит. На троих прекращает работу. В связи с закрытием Оксифурской академии студенческий клуб на троих прекращает работу после 77 лет непрерывного налития пива вечно зажгущей студенческой братьи. Ну, на пассажок. Осторожно, мошенники. Особа, которая выдает себя за выпускника Оксифурской академии, предъявляет дипломное имя Одрина, является мошенником. Наш университет никогда не выдавал и не выдаст диплом вышеупомянутому мошеннику. Здорово, Одрин. Лучший из сапожников. Выделываю выходные башмаки для дам, дамские сапожки для верховой езды, а также мягкие туфлики для танцев. Одна замена набоек и починка входит в сервис. Воззвание Геральта из Риви. Герба мост. Геральт из Риви. Волею милостиво нами правящей досточтимой княгини Анны Генриетты прибыли мы в Северный Королевство, дабы представить тебе наше посольство. Конечно, тут сент появились чудовища страшные. Бестия называемая, кое совершила множество ужасных преступлений против подданных досточтимой княгине. Лишь славнейший среди ведьмаков сможет уничтожить бестию. А потом просим тебя смиренно, дабы соизволил ты явиться в деревню Дебри, где ожидаем мы тебя. Полны надежды, что соизволишь ты нас выслушать и вырвешь отчизну нашу из когтей страха. Понятно. Это я уже прочитал. Что за посольство из Зеленого края? Понятно. Не, мы встречаться сейчас не будем, спасибо. Давайте. По старинке. Ни хрена себе, говорит, иди. Я не пойду. Ладно, на этом я с вами прощаюсь. Например, с вами Пумба. Игрок канала Тимона Пумба и Нала. Всем хорошей удачи, до новых встреч. Очень скоро увидимся. Пока.